Всем привет. Вот у меня Ford Mondeo 2011 год. 2 литра турбо EcoBoost двигатель. Хочу вам показать такой интересный момент. Вот у меня сейчас показывает. Я еду всю дорогу вот так вот около 60 километров. И у меня показывает бензин 5,4 кушает на 100 километров. Представляете, вот эта вот бандура кушает 5 литров. Это я газу чуть-чуть дал, она четвертку показала. Ну, где-то около 5, моментами 4,7 показывает. Такая вот понтовая машинка и показывает такой литраж. Он уже начал спускаться по чуть-чуть, если вы заметили. 5,3 уже. Правда, я еду без газа, машина сама едет, по электронике на кнопочках, ну такое вот дело.